Ну, вашадауна не будет. Дональд Трамп наконец пошел на уступки демократам и уже сегодня подпишет проект бюджетного федерального правительства до конца финансового года. Правда, одновременно с этим он ведет режим ЧС в стране из-за ситуации на границе с Мексикой. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Такое решение позволит президенту увеличить финансирование строительства стены за счет других статей бюджета. Напомню, ранее Конгресс согласился выделить на это менее $1,5 миллиарда, в то время как Трамп требовал от них почти 6. Анонсированный режим ЧС совсем не понравился демократам, они пригрозили подать в суд иск против решения президента.